Итак, всем привет. Мы продолжаем проходить Days Gone. Посмотрим, что нас ждет сегодня. На чем? Поговорить с Бухарем. Ну, давайте поговорим. Что нам расскажет? Опять шутки про однорукого бандита. Эдди. Дикон, чем могу помочь? Я насчет Бухаря. Что с ним? Ничего, просто... Короче, он не болен, просто не знаю. Ну, я же говорила, привыкнуть будет тяжело. Препараты у тебя есть? Антидепрессанты или типа того? Нет. Откуда? Ясно. Стой. Слышал, он в драку полез, потому что какие-то сволочи убивали собак. Да, из-за этого мы с ним чуть не погибли. Ну что ж, вот тебе и ответ. То, что мы чуть не погибли? Слушай, что Уильям любит так сильно, что готов рискнуть жизнью? Собак. Ему теперь не тело лечить нужно. Ему нужно излечить душу. Бухарь-то панин, оказывается, видимо. Спасибо, Эдди. Собаку вам привезти, да? Или что нас там заставит? Вернуть смысл жизни? Ну, охуеть, он что, маленький ребенок, что ли? Ну? Эй. Как думаешь, Фрики что-нибудь помнит? Дикон, спасибо. Рада видеть. Блэр! О, боже, Дикон, я слышала, что это ты включил освещение. О, спасибо. Да? Ну так тебе наврали. Это все Рики. Ее и благодари. Рики? Я готова ее расцеловать. Только не говори, Бри. Да, вот это дело. Ясно. Эй, Дик, береги себя. Сейчас по бензину. О, вообще же труба. Ладно, пойдем поговорим там с Майком. Че он от нас хочет? Где он, блин? Где он? А, нет, Рики. Двупёсый вернулся. Что? Где? Скажи, где он? Я его спугнула. Джереми погнался за ним. Да, я пыталась его остановить, но... Твою мать, где Рики? Не знаю, Джереми проследил за ним до старой лесопилки. Похоже, что двупёсы прячутся в заброшенном лагере Нера. Ладно, я с ним разберусь. Двупёсы, я хочу, чтобы ты принес его нож. Что? Тебе нужно доказательство? Хорошо, ладно, да, как скажешь. Не упусти его, Дик. Кто знает, скольких людей он угробил. Да, я понимаю. Двупёсы знает. Либо пес его знает. Игра слов. Так, а можно сюда сразу прыгнуть? А можно. Возможно, не стоило. Бензина-то у нас нет. Я на лесопилке. Иду за ним. Блин. Осторожно, Дикон. Помни, что... Что здесь хреново туча фриков? Забудешь их. Спасибо, отбой. Купается. Чувак, пора вылезать из воды, ты уже разлагаешься. Так, денег он глушитель. Нам бы канистр найти для начала.
самого-самого начала. Ага, вон она. Заправить байк. Тут вдруг придется сваливать просто вообще со всех ног. Бесконечная канистра. А, можно ее просто к баку привязать? Голову пёсой, где ты прячешься? Нет, конечно, нельзя. Блин, что ж ты делаешь? То, что надо. Ну вот, порядок. Пройти можно срезать, а я не знал. Вылазь, паскуда. Погоди, надо сначала лутануть. Что полезное есть? Тряпочки всякие. Тебе некуда, братан! Бля, ты говори еще погромче. Чтоб все фрики собрались. Что за... Как он делся, бля? Застрял. Канай отсюда, сучара! Я тебе ничего не сделал! Вали! Ты чё? Ты чё будешь отрезать уши людям вместо фриков? Беда, беда. Поэтому надо забрать байк. Можно вернуться к реке. Давай. Еще трофеи. Свалим, свалим. Еще повезло, что не все вылезли. Дикон, слышишь? Да. Своих пациентов слышал, о чем мы говорили. И он вроде знает, где можно найти здоровую собаку. Так, я слушаю. К югу от Кэмп Шермана был небольшой пансионат. Ну, кучка хижин в лесу. Ты его знаешь? Нет. Это если ехать по Сантиаму, по той же дороге, которая ведет к лесопилке. И Рики сказала, вы с ней ездили туда смотреть на Орду. Это... Когда вы поехали на целый день, типа... Я ранена! Да-да, ладно, я понял. Вали, гада, он убил нас! Тут только и водится, что убийцы, намады! Давай! О, зря вот это. Эпично.
Элкай, ты меня слышишь? Элкай, прием. Черт, кто-нибудь найдите его. Посмотрите у раскопа. Такер, вот уж по кому я не скучаю. Что там в кустах? Сделаем. Бля, камера вообще кондовая. Да как ты крутишься, блин? Сойдет. Смотри, кто-то пришел. Все нормально, откройте. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький офис и вольер. Вот его нож. Слава богу. Когда Джо Хеслин узнал, что он вернулся, он был в ужасе. Не знаешь, как починить? Я так рада. Да. Ну, до встречи. Я рад, что он завис. Не побежал во рту. Так, что мой муж коллекционировал инструменты, как я, сейчас за собакой, что ли, поедем? Вот бы их нам сюда. Да, блин, ну. Тебе помочь там? Найти здоровую собаку, ага. Ага. Как мы на мотоцикле, что ли, повезем? Ага. Погоди, я открою. Посматриваешь, лошара. Такой из тебя снайпер. О, мостик. Что нужно? Погнали. Что там может быть? Палка. Еще один лагерь мародеров. Да, я знаю, чем вы занимаетесь, уроды. А, да там снайпер!
Иди сюда, псина. Вот где все. Ты тут? Ну-ка получи, стрелять по мне, паскуда! Есть. Где бы я жил? Будь я собакой. Да, неплохо. Чувак, полежи, отдохни. Ты тоже. Штирка висит нетронутая. Золото. Золото этого мира. Опа, тут кто-то есть. Олень. Будет продать. Так, а здесь у нас мародеры. Ну вот. Надо убить их всех. Всех до одного, кровожадные ублюдки. Ух ты ж, бля. Ты у меня добей! Охренёшься. Так из-под тяжка. Ну лезь уже! Вину, да? А когда вас бьют, нравится? За себя. Ты больше не будешь никуда один. Не давай, иди к нам. Хоть там народа. Ну ты попал. Выходим отсюда. Все на дом! Куда бежишь, ты сволота? Ранение! Ой, Боже, что такое? Я прикрываю! Какого черта он тут хочет? Сбоку! Последняя гадина. Ща добьем.
О, нет. Кажется, все. Теперь маски. На дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. А, у таких ребят наверняка должно быть подземное убежище. Чехол-то, а у меня места нет, никогда не прошло. О, карта. Они тут все подробно разметили. Всегда с оружием бегать. Мало ли кто откуда выскочит. Заперто. Эй, дружок. Привет. Как поживаешь? Иди сюда. Эй, дружок. Привет. Иди сюда. Что он не похож? Вот так. Здорово. Привет. Шо у него с глазами? Давай, иди сюда. Иди. Ладно, ладно, ладно. Охренеть. Хватит. Хватит, хватит. Ладно. Будь по-твоему. Фух, ладно. Ну вот, мы нашли пса для Бухаря. О, даже переноску нашли. Эй! А ну давай, просыпайся, лентяй. Я что-то не понял. Это что?
Черт. Ух ты. Привет. Как дела, малыш? Эй, куда? Ну куда? Погоди, погоди. Откуда ты взялся? Я ни при чем. Да-да-да. Эй, ты пить хочешь? Давай. Нальем тебе воды. Хочешь водички? Что за лак такой? Все. Ушел Панин. Извини, пес. Ну-ка. Нифига. Только что ушел, снова сидит. Ну, ничего, где твоя собака? Все. Дик, ты меня слышишь? Надо встретиться. Слышу, да, чего тебе надо? Я занят. Слушай, я знаю, ты пытаешься помочь лагерю, а я хочу помочь тебе помочь лагерю. Я буду ждать тебя у дома. Конец связи. Ух ты, блядь, помочь он хочет. Добродетель. Ну смотри мне. Так чё, куда? Я пришел, что хотел. Стой. Ну-ка, иди сюда. Шиза, в чем дело? Ты зайди внутрь, и я покажу. Я подумал над твоей идеей. Завалить вход в ту пещеру на севере, чтобы орды перестали переть через наши фермы. И что? Все уперлось в то, что Майк не смог найти запальный шнур. Ну? Я знаю, где его взять. Вот здесь. Ну уж нет. Знаю, что ты думаешь. Нет. Понимаю тебя. Это территория упокоителей. Когда я в прошлый раз туда полез... Ты добыл лекарство и спас друга. Добудем шнур, взорвем пещеру, бух, прощайте, фрики. Угу. Это же была твоя идея! Слушай, они перекрыли свою границу, они закрыли тоннель. Если я туда полезу, начнется война. Я разберусь. И вообще, я пойду с тобой. Прикрою тебе спину. Ты только вооружись получше, хотя, если повезет, это не понадобится. Встречаемся здесь. Через Айрон Ридж есть тропа. Что? Вот здесь. Ты что ты несешь? Поверь мне. Да ладно. Идем? Ну, до встречи. Эх, добром это не кончится. Этот крысёныш нас точно подставит. Ну, чё? Нам-то чё? Нам надо сюжет проходить. Так что выбор невелик. Поехали. Что-то поспать. Интересно, даст поспать. Передохнул чуток. Днем-то лучше, чем ночью. Нормально. Снаружи. Текс. Бля, я до сих пор табличку тут не прочитал.
есть. Я была на работе, как выяснилось, последний день. Внутри лагеря. А на другой раз. Так. Вон, заправимся. Да, я готов. Ты едешь? Место встречи помнишь? К западу от Белаквилей. Да, я буду там. Эдди, ты на связи? Да, Дикон, говори. Я подарил ему пса, и это сработало, как ты и сказал. Ну, я рада. Знаешь, ты хороший друг. Ему с тобой повезло. Да, Бухарь, что такое? Я просто хотел сказать спасибо за пса. Да ерунда, брат. Он сам за мной пошел. От него было не отвязаться. Что мне было делать? Эй, слезь с меня. Давай, ну-ка. Сам за тобой пошел. Ну, слушай, я назвал его Джеком. Да, Джек бы одобрил. Джек бы взбесился, потому я так и назвал. Ладно, тише, тише, парень. Все, все, хватит, хватит. Ладно, Дик, я пойду. Конец связи. Обращайся. Дик, это лагерь Lost Lake. Ты на связи? Привет, Рики. Я тебя искала. Я включила электричество почти по всему лагерю, в том числе и в моей хижине. Молодец. Сейчас я тут это стримлю, да изгон. Слушай, я... Я даже нашла исправный водонагреватель. Наконец-то. Через полчаса мы можем поиграть. Какая? Ну, под горячий душ. Ты там как? Ага. Хорошо. Не сильно, трава меня сидит. Чё-то тебя вообще плохо слышно. Да, я говорю, трава меня сейчас это... Вывел из себя. Слушай, мы... А чё так? Да там приложение... Шиза, мы поедем искать запальный шнур для динамита. И ну, чтобы замуровать пещеры. Верификация. Ну и где искать? Единственное, где такое может быть, это... Приходит на код, и мне выкидывается... Рики, слушай, сигнал прерывается. Что именно не так? Удалял. Персонал. Должен дал зомбей. Не знаю, почему. У меня тут три пса пытаются загрызть. Зомби.